друзья, привет! Едем во Францию на рыбалку. Это 300 километров от нашего дома. Вот чемодан, вещи. В общем, что будет дальше, увидим. Смотрите. Ну что, друзья, 350 километров я уже приехал к корешу, и сейчас мы двигаемся дальше, еще где-то, может, 150, едем во Францию, и все увидите сами, ребятки. Рыбалка предстоит у нас как королевская. Вот мой товарищ, мы в путь отправляемся. Итак, друзья, только что была бешеная атака, блин. То ли щука, кто это был, Ром? Это щука. Щука была, да? Да, хорошая, 5 килограмма 2. Хорошая щука. Это мы новую прицепили вот по типу карася. Это ту приманку, которую я вам показывал на видео. Вот типа вот такой. Тихо, сейчас будет, видишь, тихо. Она сейчас будет повтор. Так, я снимаю вот так. Ты же остановки делай. Вот на такую, на такую вот рыбку. Отойди. Сейчас, вот на такую. Да, но я видел рыбу. Сейчас посмотрим. Но то, что рыба атаковала, я видел, она преследовала 100%. Прямо под берегом. Как реально, как живая, блин. Только видно, что-то она уже не купила. Сейчас по верху пройдусь. Так, вот такие рыбки. Я показывал. Вот эту мы кидали. Вот на нее схватила щука, но промахнулась. Видно, укололась и больше не хотела брать. На карася не было поклевок. Ну, короче, пробуем разные приманки. Потестируем. Наживили карася вот такого. Подожди, Рома, подожди. Пацанам показать. Вот такой карась. Давай, Рома, закидывай его. Тяжелый, да. Прямо бомбардировка. Поверх или по низу? Давай по низу. Ну, в пол воды. А ну-ка, как он играет. Сейчас увидишь. Так, где же у нас карасик? А, вот он. Один удар был, и все, и тишина, и заглохла. Ну, удар, ну она да, была, она промахнулась, она промахнулась, я ее видел. Так, мы чуть перешли на другое место. Буквально 10 метров 15. Какая блесна. Ну не вытаскивай, не вытаскивай. У нас была одна поклевка. Щука атаковала, но промахнулась. Сейчас вот мы чуть переехали дальше. Пробуем, короче, в разных местах. Пробиваем реку. Так, у нас поклевка. Удочка в дугу. Да, нормально. Это сом, ребятки. Походу, наверное. Смотрите, как удочка гнется, ребятки. Смотрите, как удочка гнется, ребят. Я думаю, судак. Судак? Ну, я так резко подорвал, понял, паузу, и он... Но по дну было. Видишь, он
как это, бревно идет. Ага, ты его, видно, зацепил за бочину. Ой-ой-ой. Ну что, ребятки? Вот такая рыбалочка. Это у нас Франция, ребятки. Так что, залезть в воду? Подожди, я не знаю, что там. Да, он уводит в кусты, дружище. Кусты уводит. Пусть погуляет, пусть устанет чуть-чуть. Это сом, так крутит. Сом, да? Не знаю, что он не показывается. Ой-ой-ой. Это сом. Постом. Это уха наша плавает, ребятки. Возьми телефон тоже, пусть поставит. Да, сейчас, ребятки. Перчатку, ну сейчас сниму. Так, сейчас. Ой, хороший, слушай, за край вообще, блин. Да, выключай. Смотри, дай сюда. Вверху, нет? Тихо, блин. Тихо, вот. Так, сом, ребята, сом. А, здесь... Это Франция, друзья. Это Франция. Подарила нам сом. Вначале жереха, а теперь... Тату, знаешь, в чем прикол? Подожди. Ты снимаешь? Ну конечно. Сейчас я его за бороду возьму. Аккуратно, чтобы тебе крюк. Ох, ё-моё, ты шо, блин. Смотри, чтобы он тебе крюк. Да, мне надо за это. Что-то у меня... Бля, он не... А тут просто... Да за жабры возьми, японский городовой. Так, за жабры где, блин? Нет, я тебе потом покажу, где жабры у сама находятся. Блин, чтоб я... Все. А вот такая есть. Вот красота. Это победа. Это победа. Это 500 километров мы проехали. Я проехал 500, чтобы снять вот такое видео, ребята. Вот такой красавец. С моим корешем, бля. С друганом. Сними. Такой вид здесь классный. Да, вид. Вот такой вот вид у нас красивый. А ну, подожди. И вот такой вот у нас красивый сом. Ну, понял. Опа. Это красота. Сейчас я вот так.